Итак, всем привет, ребят, с вами Flutter Green, и сегодня мы смотрим анимацию доставка Derpy. Что ж, окей. Давненько у нас, кстати говоря, не было реакции на анимации, между прочим. Так что давайте-ка посмотрим, озвучила Филама. Ладно, это я зря сделал, извини. Ну ладно. Поблагодарю несколько донатеров. UC1000, Юлия, Бульба Сумкин, Винрар Ченнел, Лесрук, спасибо вам огромное за вашу поддержку и донатики. Ссылочка на донаты будут в описании. Хочешь попасть в ролик, присылай донатики, мне будет очень приятно. Что ж, давайте-ка начнем, что ли. Harmony Studios. Стоп, ее команда Гармони? Или это какая команда, я не понял. Просто я знал одну Harmony Team. Derpy's Delivery. Да-да. Че он так ворчит-то? Чего тебе надо? Сейчас немножко громче сделал, потому что вам, возможно, не слышно. Да-да. Прям ворчун какой-то. Да? Чего тебе надо? Посылка для мистера Сомбры. Да, должно быть это мне. Кристаллы. Да, вот вам. Подождите, что это? Это не моя посылка. Это маффины. Это моя коробка. Где мои кристаллы? Я не знаю, что пошло не так. Ты посыльна пони. Ты должна была доставить мою посылку. Где она? Вот они. Держите. Дай сюда. Shiny Rocks. Кристаллы. Это камни будут? Это все. Как бы там тебя ни звали. Мое имя Derpy Hooves. Какая же она милаха. Увидимся позже, Derpy. Куда он ее отправил? Как я попала сюда? Бар из Звездных войн. Оставила свои маффины тут, Derpy? Никто не смотрит. Они вкуснейшие. Боже мой, Сор. Я не знаю, куда отправил ее. И я не знаю, где она. И я не могу достать больше маффинов. Нет. Я называю это маффины. Они вкусные. Чубака. Окей. Вы поможете мне добраться до дома? С какой-то планеты? Да, мы с Чей быстро подбросим тебя куда надо. За свою цену. Что? Да не стану я ёб дирать. Ковёр ты ходячий. В смысле, ты не поможешь мне вести корабль? Окей, ладно. Хана Соло просто заставляет. Чуть нравятся твои маффины, так что мы сделаем это бесплатно. Да, мы отправимся в Эквестрию. Окей, okay. Мы на месте. Это твой дом? Нет, это не мой дом. Ты потерялась? Далеко от дома ты? Я бы хотела, чтобы вы попробовали маффины, это вкусно. Маффины, это хорошо, говоришь? Используй силу. Силу нет, мистер, я не буду заставлять вас есть этот маффин. Окей, забавно. Окей. Почему? Вот. Почему вообще My Little Pony давние времена пересеклись с нашим временем? Она отнесла Сомбре. И при этом, хотя я, может, какую-то дичь говорю, не знаю, я слабо прошарен вообще в полной вселенной. МЛП. Но... О, Черси помогал. И МакДог тоже. Лол, прикольно. Короче, что? Почему вообще все перешло в Звездные войны?
Какой странный кроссовер на самом деле. Ну да ладно. С вами был Flutter. Всем спасибо и до свидания.